Сегодня мы выполним операцию по удалению зуба и по одномоментной установке импланта. Вот у нашего пациента есть зуб, который мы уже признаем безнадежным. После последнего перелечивания у терапевта здесь обнаружили глубокую кариозную полость, переходящую уже на корни этого зуба. Поэтому сегодня мы заменим этот зуб имплантом и покажем вам ход исполнения нашей операции. Сейчас на 3D-модели я покажу, как мы расположим наш имплант. Вот здесь у нас локализация нашего импланта после операции. Мы установим имплант AnyReach. Это импланты, которые характеризуются очень агрессивной резьбой и как нельзя более подходят для подобных операций. Сейчас нашему пациенту ассистентка проводит премедикацию, то есть введение тех препаратов, которые минимизируют какие-то последствия наших сегодняшних вмешательств. И практически со 100% уверенностью я могу сказать, что завтра у пациента не будет болезненных ощущений, не будет отека и прочего. И пациент станет счастливый, здоровый и будет заниматься дальше своими делами. Сейчас мы производим забор крови у пациента для плазмолифтинга. То есть мы возьмем кровь, на специальной центрифуге ее прокрутим и получим сгусток, лейкоциты, тромбоциты и элементы крови, ответственные за регенерацию. Этим сгустком мы закроем потом нашу операционную рану. Самое главное условие, чтобы наше вмешательство было безболезненным, это хорошо обезболить зону нашей операции, что мы сейчас и делаем. Самое главное в такой операции – это атравматичное удаление зуба. То есть здесь мы не используем щипцов, не используем каких-то грубых методик, используем только бормашину, элеваторы, периатомы, то есть те инструменты, которые дают нам возможность не повредить ни в коем случае костную ткань, слизистую. Мы готовимся уже установить имплант. Сейчас мы специальными сверлышками подготовим ложе под имплант и потом уже будем его устанавливать. Вот у нас имплант AnyReach с его знаменитой резьбой и поверхностью, содержащей ионы кальция, за счет чего он прекрасно интегрируется в костную ткань. И где-то через 2-3 месяца здесь уже можно заниматься протезированием. Это у нас здесь. Теперь специальным динамометрическим ключом я контролирую торк, то есть то усилие, которое мы закладываем при установке импланта. Проверяем, что имплант установлен хорошо. Есть первичная его фиксация. Сейчас мы лунку удаленного зуба заполняем костной тканью, для того, чтобы она у нас зажила быстро и без потери кости в дальнейшем. То есть полностью у нас сохранится и костная ткань, и слизистая, что не происходит при двухмоментной операции. То есть когда зуб удалили, а потом уже через некоторое время ставим имплант. Теперь место нашего вмешательства мы закрываем сгустком лейкоциты и тромбоциты, то есть сгусток ПРФ и формирователь десны. Это нам позволит быстрее провести регенерацию слизистой и защитить ее от попадания пищи, микроорганизмов и прочего. Сейчас будем выполнять заключительную нашу процедуру – это наложение швов. Здесь мы используем сверхтонкий материал, который очень нежно относится к нашей слизистой, не травмирует ее и не собирает налет. При необходимости этот материал прекрасно рассасывается, то есть пациент наш может и уехать, и приехать нам уже только на протезирование. Сейчас мы еще плазму крови вводим инъекционно возле места операции.
для того, чтобы усилить регенерацию и ускорить заживление нашей операционной раны. Все, мы завершили операцию. Сейчас пациента мы поднимаем и переходим сделать снимок для того, чтобы проконтролировать результат нашей операции. Операция прошла очень быстро, все просто замечательно, чувствую себя отлично. Денис Александрович, пойдемте. Да. Итак, Денис, вот результат нашей операции. Здесь был зуб, который мы удалили, поставили имплант, это формирователь десны. Здесь провели костную пластику, закрыли операционную ранку. Сейчас там швы, которые мы снимем где-то через 2 недели. Вот рецепт. Препараты, которые надо будет принимать с сегодняшнего дня в течение недели. Какие-то вопросы будут в любой момент, набирай нас, и мы окажем какую-то консультативную помощь. Ко мне надо будет прийти через неделю на осмотр. Хорошо? Хорошо. Мы сегодня вам продемонстрировали операцию имплантации, которую мы проводим у нас фактически ежедневно. Будем рады вам помочь. С вами был Центр имплантации РИЦА и хирург-имплантолог Егоров Константин Александрович.